Всем привет! Вот, не секрет, что в наше время очень много подделывают продуктов, и мы решили сварить... Сгущенку. Да, сами сварить сгущенку, потому что не больно хорошего качества это продается. Хорошая, это плохая. Вот этикетки, правда, выкинули, но мы сейчас скажем. Вот это варили одинаковое количество времени сгущенку. Вот это белорусская Рогачев. А вот это сгущенка главпродукт. И вот, вот она, этикетка у нас где была. И вот, смотрите, она какая получилась. Там, наверное, ничего... Да. Наверное, ничего молочного там нету. А вот здесь и белорусская Рогачев. Да. Если вот вы нам не верите, можете сходить в магазин, поэкспериментировать, сварить сами и посмотреть. Ну, у нас вот так вот получилось. Мы специально хотели сами для сварить. Торта. Да, для торта. Торт сделать. И вот так вот. Видите, какая разница? Вот. А это вот такая одинаковая. Вот это пока со скидкой надо еще купить. Вот. Вот так вот у нас получилось. Сходите, попробуйте, сварите сами. Вот еще раз показываем. Вот. Там, наверное, вкуса нет никакого молочного. А это вот как раньше. Сгущенка такая сварилась вкусная. Это, наверное, патока какая-нибудь непонятная.